Сегодня мы одни без соседей. Они уезжают на чемпионат России в Казань. Вон там как раз таки происходит погрузка их яхты с названием Верба. Желаем ребятам удачи. Наш утопленник, в смысле вот эта деревянная яхта класса Дракон, которая в прошлый раз была полностью залита водой, наконец-таки всплыла. Ох ты, чуть ногу не сломала. Теперь она просушивается и предстает перед нами во всей красе. Дети хомячат хлебушек, не дождавшись обеда. Там кувшинки. Где? Вон, и цветочки остались. А ну-ка. И правда. В которых внутри лягушки сидят. Белла управляет рулем. На себя руль возьми. Под папиным чутким руководством. Тоже смотри, правильно? Смотри, здесь. Да нет. Да, тебе не холодно? Он, блин, кончик идет. Смотри, как быстро. Мотор идет. Да, ну сюда мы должны разойтись с левыми сторонами. Мирная. Здравствуйте. Здравствуйте. Белла, рулечку, да? Сюда. Сегодня в Ореховой бухте очень большой трафик. Не так сильно. Олег, не мешай, Боря. Себя. Не сильно, не так, как ты в прошлый раз сделал. Стой, хватит. Еще от себя делай. Прямо держи. Еще от себя делай. Белла с Олежкой управляют. Белла рулит, Олег ей помогает. Изо всех сил. Белла, у тебя лодка уходит. Вон на тот желтый буйок, держи. Вон желтый буйок качается. Thank you.
поэтому будь аккуратней. Нашими приключениями ставьте лайки и не забудьте подписаться.